На этой миссии у нас была небольшая ДРГ-группа. Наша задача была уехать на запад и вступить в контакт с противником, замедлить его продвижение к городу, сжечь побольше техники и в целом навести грязь. Бля, это бомба, нахуй. Если, короче, кого-нибудь убьете... Знаешь, надо что врубать под такую, блин, поездку? Скажите, блядь, это, я ствол поменяю. Да-да-да-да. Шайтан. Шайтан, слышь, ты на превьюшку сними себе, на чем мы едем. Кстати, да. Это будет пиздец, блядь. Просто покажи, на чем мы едем. Еще выжить надо, но... Выжить. Что, идущий на смерть? Что, Ганс, заводи. Давай. Я воль мой пюрок. Тринкинс. Уинкинс, блядь, поехали. Я, по-моему, это, поворот проебал, да? Проебал? Ты ж где-то сойдёт. Ага. Справа что-то едет. Ну, жопа едет. Всё нормально. Почти. Прикинь, как сейчас они охренели там, когда увидели мотоцикл из-за угла. Смотри спереди. Давай. Кинешь вот вообще? Да. Трубы. Ты наших еду. Наши вперед пошли. Мы на нашу метку идем. У них другие задачи. 240, звук какой-то. Ага. 113-ки. Да. Меточку примерно киньте, если будет. Это есть понятие. Сотринашка едет. Кайман, готов тоже? Да. На близко. Останавливается. А, на военную базу, походу. Да, остановилась тут вроде. Это возле школы, по-моему, встала. Вижу их. Работай, нет? Если уверен, работай, конечно. Юго-запад там. Не подходите близко, там миномет сейчас будет кидать. Да, ты, конечно, поздно сказал.
На 113-ке двоих убил. На моей метке на синий. Ты актер, дай угашки туда. По моей метке синий, ближайшие дома. Сейчас будет. Они в казармах, что ли? Да-да-да-да. Еще есть 113-ка запада. Эх, блин, трубу бы сейчас сюда. Да-да-да. На территории. А нет, вот она у меня тут стоит. СМКшки, да, которая? Да-да. Поставь. Дайте мне секунду. Потушил МКшку. Хорош. Нет, у тебя где-то. Захватил МКшку, захватил МКшку. Хорош. Чек это? Мое. Где какой там пех? Понял. Домиков тех? Да. Это что такое? Что это? Это танк почему-то походу жахнул. Нет, это заправка что горит. Да, это заправка какая-то сгорела. На юго-запад. Кайман, ты убил того пеха? Не-не-не, не знаю. Я дал примерно, куда он бежал. Ты можешь уточнить? Да, а он сейчас должен быть в домике, сейчас поставлю метку. А, вижу домик Дастакистана. Найдите его, бля. Он в тылу у меня. Блядь, это что? Это танк, наш миномет? Нет, это танк почему-то. Шайтан, ты выезжаешь? Да.
еще есть, тут 13-ка еще одна. Там они переплывают куда-то, слышите? Вот этих, которых я тут пощелкал, они куда-то плывут. Конечно. А, на востоке они, да? Я не знаю. Ну, вон М2 на востоке работает. В смысле, пехота, я с них взял рацию, они куда-то плывут, там переплывают. Понял. Че это за стрельба? Я. Того, которого ты в доме видел, я его подстрелил с ДВшкой. Вражескую дальнюю. Принято. Десемка с оптикой, Кайман, подойдешь? Где? Оставь метку, я приду. Так, еще пехота. От меня запад, вдоль берега. Ты на актуальной шли там? Я ближе. Я глушенный, я оптику взял. Хорошо. Не то, я вот началось. Тихо. Это что за МК? Враг. На северо-западе? Так, смотрите, даю точную метку. Отделение проходит, самая западная моя метка. Принял. Ко мне идут, значит. Они на север идут? Да. Меня в поле. Меня ГПшит. Так, подходит пехи. Куда? Одиночная моя метка, мэтт, он тебя прошел. Он к заборчику подошел, к бетонному. Тут немножко у меня. Актуальная метка на всякую. Бля, еще на 113. Она прям ко мне, прям же к нам едет, бля. Не могу нахуй актер найти. Шайтан нормально? Да. Убил того у заборов. А в бункере Шайтан еще песочный такому вот настоящего домика, да, он его не убил. Где еще раз? Направление. Нашу СПГшку обнаружили, которая на 59-й высоте стоит. Да, на тебе нам нужно пить, блядь. 62 квадратных метров. Чел с трубой убил. Дал метку, труба меня ГПшит. Ты в доме, да? Да.
типа. Он полз. Есть. Короче, слышу сотренажку, иду на ее звук. Давай. Там, там, там пехи. Около сотренажки пехи вот на этой высоте, блядь. Отделение скорее. На юго-западной высоте, да? Да, юг, на южной, да, вот этой, где, где ты выбил, короче. Мать, ты у камня ходишь? Да-да-да. Ага. Пытаюсь труп тут найти. Ваши глушаки там, да? Я работаю. Пацап, а ты с ГПшку убил, типа, не? Не видел. Я сейчас боюсь вылазить, вдруг он меня контролит. Не по тебе? Нет. А кто вот это стреляет? Одиночный. Враг, 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 враг. Сука, близко. Там близко. Мать жив? Да. Мне кажется, тут Беринга. Бил еще. Шайтаныч? Да-да-да. СТТ-шки, пацаны. О, завелась. В школе есть снайпер. В школе сидит снайпер на втором этаже. Кайман, встретишь ее? Да-да-да. Давай. Мэтт, услышал, да, меня? Да-да-да. Она по берегу идет. Да-да-да, так же, как та. Я, блин, на твоей стороне уже просто. Не могу обойти. Кайман. Выбил нахуй. Кайман, походу, минус. Кайман минус. Она уехала, по-моему, не? Нет, там стоит МК контролит для всю эту хуйню, кстати. У сгоревшего М2 пех. Идет на восток от него, буквально метров 10 от сгоревшего М2. Ну, от МК ты бишь? Да-да-да-да-да, от МК точнее. Дал метку на 113, вот здесь она стоит. Мать, ты где-то рядом там, судя по всему. Не вижу его. Ожидай. Ну, сейчас, которая дымится, вот от нее на восток буквально 10 метров был чел. А вон выходит. Ага, да. Убил? Да, он упал. Хорошо, я лежу здесь аккуратно. Мэтту, да. Вижу, там еще один в том же месте, где он убивал. Раз. Угу, чё, там все в порядке у вас? Ну, относительно. У нас тут померли все, один остался. Две М-ки, 113-й на западе катаются. А где они тебе катаются? Да на западе от нас тут. Ты на мят? Сейчас обновлю.
Там, если что, на севере, на радиовышках, люди ходят. СПГ захвачен, да. Смотри, сейчас буду подниматься с вашей стороны на эту город. Меня направь, если что. Хорошо. По вам? А, там танк, ебаный в рот. Где? Метка. Прям на этой хуйне, на вышке. Я уже иду к нему. Там какой танк? 55-ка? Ширина. Его АТ-шка пробьет? Есть 113-ка с запада, сюда же. Надо налево, наверное, проезжать. Бекер, направь меня на танк. Он прям между вышками этими большими стоит. И под вышками пехи, да, по-моему, ползают? Да, да, он прям у нас усмотрен. Куда ему бить? Жопу в борт? Шайтан, красавчик. Блин, тут они не умирают с этой пушки, я не знаю. Не-не, нормально все, блядь, ты шотнул танк. Нихуя там не красавчик, блядь, СМГ стоит на этой высоте, это просто пиздец. Братан, он один, он один единственный остался из нас. Да там целая деревня сидит, она не может, блядь, высотку закрыть. Ну, да, это их косяк уже. Ну, по факту же он а красавчик. А танк я уничтожил? Да-да-да, все, он горел. А, ну все, миссия сделана, брат. Ну, мы там что-то дохуя, по-моему, потушили. Из-за больших потерь враг не смог подойти к городу, и миссия завершилась нашей победой. Отличный способ следить за информацией на канале – это вступить в группу ВКонтакте, ссылка на которую есть в описании под видео.